Если мы с вами посмотрим на корпоративного заказчика, то в приоритете такие вещи, как скорость реагирования на запрос. Современные клиенты, как правило, не ждут больше даже иногда получаса-часа при отправлении какого-то запроса. Часто бывает ситуация, когда на те же самые телефоны горячей линии дозвониться нельзя минуту-две, и это уже критично для B2B продаж, и многие потенциальные клиенты бросают трубки и уходят в другое место. То же самое для сайтов, как правило, люди ждут на сайте реакции 5-7 секунд, к примеру, да, те же самые диалоговые окошки, если они написали и ответ незамедлительно не последовал, зачастую все, они сворачивают, уходят, вообще не ждут никакой реакции, это нужно понимать. У многих компаний зачастую есть огромное количество каналов работы с клиентом, но когда начинаешь звонить вот по порядку, бывает и через 2 часа перезвонили, через 3 часа перезвонили. Я буквально 2 недели назад была в Новосибирске, и там мы позвонили по горячей линии компании, которая торгует инструментом. Оптом и розница, еще есть производство инструментов. Мы поспорили с собственником, что никто трубку не возьмет, либо возьмет бухгалтер. Звонили во время обеденного перерыва по телефону горячей линии. Через 6 минут, мы терпеливо ждали 6 минут, ну, специально для интереса, через 6 минут тонкий девичий голосок сказал: «Алло, бухгалтер, что ли?» «Да, все на обеде». Ну, по крайней мере, спасибо ребенку, берет трубки, не скрывается. Вот скорость реагирования, вот, наверное, самое критичное для B2B-шки. Почему? Потому что огромное количество аналогичных ассортиментных предложений, и клиент, как правило, не смотрит на историю компании, как было раньше. Да? Это раньше мы писали: мы предприятие, 78 лет, там, делающее втулки и штепсели. Сейчас это никого не интересует. Современный покупатель, он моложе, чем 76 лет. Следующая интересная вещь – консультативная поддержка. Что это такое? Большинство современных клиентов в B2B-сегменте хотят не просто получить товар, сырье, либо какую-то продукцию. Они хотят, чтобы зачастую компания-поставщик еще помогла это реализовать, либо встроить в производство, либо что-то с этим делать. Обращаются за помощью, обращаются за вопросами. К примеру, допустим, мы с вами торгуем оптом бытовой техникой. Может такое быть. Возим утюги, чайники. Да? Вот не просто мы поставили это какому-то магазину. Магазин просит: ребят, помогите с выкладкой, проведите мини-тренинг для продавцов, просто понаблюдайте за поведением клиентов. То есть не просто поставка и все, а дальнейшее еще продвижение этой же продукции. Как бы странно ни звучало, в последнее время вот эта вещь приобретает тоже значение – стабильность. Что имеется в виду? Особенно для тех компаний, продукция которых связана с курсовыми колебаниями. И очень часто бывает ситуация, когда клиент, обращаясь к компанию, зачастую даже не сколько бы стабильность, я бы сказала, наверное, вот понимание того, как компания выстраивает цену. Часто клиент, если позвонит в компанию, там, не знаю, в какой-то момент времени, ему могут сказать: а мы не знаем, по какой цене продавать. Нет, директора не утвердили прайс. А мы помним, да, что клиент не ждет. Ему нужно очень быстро, и зачастую все, мы в этот момент его теряем. Или, к примеру, мы посчитали по одной цене ту же самую кухню, да, пока считали, пока решение принимали, картина резко изменилась. Что теперь делать? На кого перекладывать вот эти вот вещи? И, как бы странно это ни звучало, безопасность по-прежнему один из клиентских приоритетов. Что имеется в виду в B2B-сегменте? Безопасность в том виде, что клиенту не все равно, где это берется, как это возится, как это распределяется на самом деле. То есть позиция «бери, какая тебе разница с такой ценой», она уже сейчас не работает. И многие клиенты зачастую даже отслеживают продукцию. Вплоть до этого они даже интересуются, да, где вы взяли фурнитуру, а из чего это сделано, а кто у вас поставщик и так дальше.